лежит. Домой в эту сторону. И ладно. Я знаю. Сын. Оглушение врагов. Под шкалой здоровья врага находится шкала оглушения. Быстро нанося удар за ударом, вы постепенно заполняете эту шкалу. После этого враг будет оглушен. Возьмите его в захват, нажав R3. Стрелы атаки голыми руками наносят больший урон от оглушения. Так, Кратос переходит в рукопашную после броска топора или нажатия. Так. Давай-ка загаси его. И это все. Денежки. Походу цены в этой игре огромные, да? Раз мы находим так вот постоянно не меньше 200. Все, никак не откроешь двери? Тихо. Так, стопэ. Нет, не сработает. Давай, добей его, сынок. Давай, давай, май бой, прикрой меня, а я их голыми руками разорву. Второй где? Это ледяное говно. Топор не годит. Надо было в огонь кидать. А я говорил, закрой рот. Какого божества, какое божество Кратос убил, чтобы забрать у него топор? Не какого-нибудь друга Торали? Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Такой, ну, опять домой.
Оленя мы не взяли. Еды нет. Огонь не горит. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием. Если ее подчинить, использовать, ты этого не умеешь. Когда я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Нет, в ладушки, блин, поиграть. Что ты... Давай еще. Ну вот зачем? Медленно. Ты... Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще. Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! И к чему теперь прятаться? Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты. Сын, лезь в подпол. Живо. Ты же запретил туда лазить. Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь. Просто ответь мне на вопрос. И обойдемся без кровопролитий. Не страшно угрожать Кратусу вообще насчет кровопролития? Такой шкет. Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот сам. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? Зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. И это удар. Вот я это. Я предупреждал. Удар. Наконец-то. Ты не послушал. Не пойдем. Ладно. Теперь я. Ого. Какое жестокое разочарование. Давай же. Бесполезно! Ну? На! Ты скучен! Надо его уделать руками, да? Пока нет.
Признавайся, ты бог. Ядрен батон. Надоело. Ага, путай, я... Я не пропустил на самом деле. Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Давай, давай. Слишком много слов. Я иногда не понимаю, а где управление, а где... говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Я призрак Спарты. Говно нордское. Кто там? Кого ты от меня прячешь? Сейчас а, я вообще бессмертный в данный момент. Короче, мы его вообще будем сейчас уничтожать. Где он? Получилось? Давай, Кратос, вспоминай все, что делал. Какой ты дурак! Урод! Настало время умереть еще одному богу.
Разрушим север. Как Грецию. Я не знаю, мы какое-то чувство эйфории вообще от всего происходящего. А, нет, все, с него ничего не возьмешь. Ну, пошли к сыну. Сопротивление. Можно было без этого обойтись. Есть в крови Кратос. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Явление победить! Давай, давай, давай! Сейчас почувствуешь. Блин, походу да. Он очень быстрый. У-ху. Давай, 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 я парирую. Давай, призрак Спарты. Дай мне еще 5 секунд, почувствуешь. Давай, давай, Кратос, добивай козла. Не чувствую.
плохо дело. Получилось. Не выиграл. Давай, давай, ломай шею. Я надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Надеюсь, это минус бог. А сын даже не поинтересовался, они тут пол леса разрушили. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Какой горы? Кратоса делает сильнее его гнев. И я тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. Все-таки восстановился. Но оставаться тут нельзя. Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Вообще есть мнение, то что это, ну, как бы задел на следующую трилогию, то есть это первая часть. Гора. Путь будет долгий. По следующей части, возможно, да, мы будем играть за его сына. Но он очень важен. То есть это как бы, ну, такой задел на большое-большое будущее франшизы. Что случилось? Дрались с одним богом? Или кто это был? Кто бы это ни был? Так, раскололи чуть-чуть. Я надеюсь, это не он оттуда восстает. Мог умереть, это слабо сказано. Ты раньше убивал людей? Вернее, наоборот, сильно. Ты это умеешь.
Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне? Так. Только одно оружие есть. Сила защиты. Давайте наденем. Как я понимаю, это мне за предзаказ. Некоторые виды брони оснащены тремя гнездами для чар. Чтобы выбрать гнездо на этой броне, нажмите квадрат. Но у меня нет чар доступных. А нет, есть. Вы успешно улучшили эту броню с помощью чар. Другие чары вы сможете найти во время своих путешествий или купить в лавке гномов. Лавки гномов, мы еще и гномов встретим. Здорово. Пояс. Ну, так, только цвет меняет. Это что такое? Хранитель изгнанника. Прочный щит, вытесненный великим йотунхенским каменщиком. Щит стража. Уникальный щит, подаренный Кратусу любимой женой на юбилей первой встречи. И чё лучше? Давайте хранитель. Вроде чётче выглядит. Это что? Деревянная рукоятка. Семейные реликвии. Простая деревянная рукоятка для топора. Ничего другого нету. Да, тоже только лук. Для пацана туника обета смерти. Обнаружение и уязвимость. О, враги, придушенные Атреем, получают увеличенный урон. Здорово. По навыкам есть что-нибудь вообще? Не вижу. Опс. О, удерживайте R2, чтобы провести сокрушительную атаку топором, наносящую огромный урон. Вот это вот. Маска. Купить. А, все, она удерживается. Это что? Удерживайте R1, чтобы провести атаку топором, многократно поражающую и блокирующую. Угу. А это серия слабых атак, завершающаяся одной сильной. Ну вот это здорово. Надо будет потом это улучшить обязательно. Ну, в общем-то, больше ни на что опыта нет. Будет лучше видно.